с улицы кнопка есть. Вдруг инвалид кнопку нажимает, водитель подходит, открывает пандус, заедет на было. Заехать на инвалидной коляске или с ребенком теперь просто, говорит водитель нового МАЗа. Автобус без ступенек. Зимой холодно не будет. Есть 4 печки. Летом прохладу в салоне обеспечат вентиляторы. Комфортнее, конечно, к чемпионату, конечно, готовы уже. Будем болеть за Россию. 28 сидячих мест, максимальная пассажировместимость 105 человек. За движением сидят видеокамеры в салоне. Их две. Одна снимает водителя, другая – дорожную обстановку. Все записывается на карту памяти. Эти автобусы показали себя на Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи. Столичные транспортники и на этот раз не изменили белорусам. Наши автотранспортники изменили за крайние 2 года почти 50% техники. Почти 50%. Это чемпионат закончится, гости уедут, участники уедут, а все это останется горожанам. Эта партия приобретена в лизинг. Значит, с учетом нашей программы субсидирования, которая действует с 2009 года по настоящее время, где Республика Беларусь компенсирует процентную ставку. Кроме дизельных автобусов, на столичные дороги выйдут и газомоторные 104 автобуса к середине лета. Сам газ, он дешевле, чем дизтопливо, и по экологии гораздо выше, чем, скажем, Евро-3. Правда, вот автобусы сегодня, которые мы показываем вам, это автобусы Евро-5 на сегодняшний день. Это высший стандарт экологический в Российской Федерации. 1 миллион километров пробега до капремонта. Это про эти автобусы. Казанцы могут оценить фирменные красные на маршрутах уже сегодня. Анна Гранова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.